Всем привет, с вами Стас Теша, и сегодня, как вы поняли по названию, My Morning Routine. Итак, так как сегодня понедельник, я осталась дома, и меня отвезет тетя. Я спала и проснулась, и да, я обычно сижу в интернете, но сегодня что-то как-то не было настроения сидеть в интернете. Поэтому сразу же я обула свои тапочки-пингвинчики и пошла. Открыла, закрыла дверь, включила свет, спустилась с лестницы, позвала собаку, пошла умываться. Я умываюсь гелем со спонжиком. Умываю. Это все. И на самом деле мне очень нравится паста Колгейт. И это какая-то не реклама, просто я обожаю ее. И да. Потом я хожу в туалет, правда, показывать я вам это не буду. И далее у меня идет завтрак. Сегодня я приготовила кашу с бананом и со сливками, которые я нашла. Также чай и две пироженки с сырком. Пошла гулять с собакой. Это моя собака Мартин. Ну, не моя, а мне. Папа ее, в общем, подарил маме на день рождения. Я с ней гуляю. Это мальчик. Он, да. Ну, собака же как бы. Вот, кстати, у меня новая куртка. Вот, может быть, я покажу вам то, что мы купили вчера. Вот, и также у меня новая шапка. Мы гуляем минут 10, потом я закрываю дверь, и это делаю очень долго, потому что все примерзло. В общем, весело просто. И Мартин любит все нюхать, и, в общем, просто, и да, он уже привык, где наш дом. А вот, далее я переодеваюсь, и сорян, я тут немножко нарокожопила. Ну, в общем, я купила новую кофту, как бы рубашку, одела портфель, и да, пока-пока. Я пошла в школу. До свидули. Ставьте лавки. Да-да-да, не